Детский сад «Олененок» в селе Тополиное Тамбовского района построили почти 60 лет назад. Он уже давно не соответствует никаким нормам Санпина и уже несколько лет ожидает нового здания. Но мечта детей и воспитателей никак не осуществится. Подробности далее. Детский сад «Олененок» на 50 мест в селе Тополиное уже давно выработал свой ресурс и не соответствует никаким нормам. Более того, находится в аварийном состоянии. Весной там провалились полы. Вместе с тем, давно подготовлен весь пакет документов по строительству, расчищена площадка. Уже на протяжении 3 лет мы ждем, 4 лет мы ждем строительства детского сада. При этом мы были в программе, мы стояли... в первой очереди по строительству. Мы подготовили земельный участок, мы подготовили все документы необходимые. В детском саду очень тесно. Нет места для спортивных занятий, проведения праздничных мероприятий. Дети спят, кушают и занимаются в одних и тех же комнатах. Все группы умываются и ходят в один туалет. Нет приспособленной прачечной, складского помещения. Но педагоги, весь коллектив прилагают все усилия для того, чтобы воспитанники не только занимались по различным программам, но и участвовали в конкурсах поселковых, республиканских и получали достойные награды. В этом году мы участвовали на республиканском ярмарке в Тактинском районе. Выиграли гран-при 10 тысяч. Участвовали на республиканском конкурсе «Лучший сельский детский сад». Педагоги стараются прививать детям любовь к родному языку, традициям. В этом им охотно помогают родители. Детский сад посещают местные венские поэты, литераторы, обучая детей национальным играм. Педагогический коллектив видит свою задачу в том, чтобы сохранить традиции и передать их будущим поколениям. А для этого необходимы нормальные условия для детей и взрослых. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Павел Сивцев, НВК Саха, Тампонский район.